Привет, подписчики! Я сегодня приехал на интересную площадку, на интересную стоянку, где продаются по большей части свежие автомобили моложе 2017 года. И сейчас мы вместе с вами проведем обзор, посмотрим, какие есть автомобили и какие на них цены. Эта машина, конечно, не совсем проходная, но я решил ее вам показать, потому что она очень интересная и редкая. Это четырехдверный Aston Martin. Можно сказать, лимитка 2012 года, пробег 44 500 и цена 79 000. Мотор 6 литров бензин. Редкий аппарат. По мне так красивый. Пишите в комментариях, как вам. Так, Tesla Model 3. Сейчас мы ее обойдем, посмотрим. По кругу, так сказать. Тесла стоит 41 000 евро. И она 2018 года. Пробег у нее 68 570. 41 000, 18 год. Audi A8, 2017 год. А, 92 000 пробега, цена 42 000 евро. Дизель 3 литра. Вот с таким вот красивым салоном. Выглядит неплохо. Идем дальше. Mercedes S-класс купе. S560. Это тоже проходной. Красивый белый цвет. Фоматик. Полный привод. Есть у него небольшие коцки. Две тысячи восемнадцатый год. 51 000 пробега, цена 90 000 евро. Идем дальше. Гелендваген АМГ. Он 2014 года, белый, редкий, кстати, белый, с красным салоном. Черные диски. И сейчас мы посмотрим, сколько он стоит. Так, 156 000 у него пробег, цена 88 000 евро. 5,5, 400 киловатт бензин. Вот такой вот Гелендваген. Toyota Hilux тоже проходной. 2018 год, 2,4 дизель, цена 29 200, пробег 38 000 километров. Красный цвет, визуально очень живой,
Остальное сейчас все покажу. В общем, вот такой вот аппарат. Сейчас общался с владельцами этой стоянки. Много машин у них есть вот в таком как бы виде. Они только что пришли, и цены пока на них не выставлены. То есть они не приходованы. Но эти машины скоро будут поступать в продажу. Если кому-то что-то надо, то пишите мне, звоните. Я вам все подробнее расскажу, сколько какая машина стоит. Вот этот X4 тоже скоро будет продаваться. Есть вот такие вот автомобили в количестве очень много штук. Это китайский электроавтомобиль. Может быть, будет кому-то актуально. Абсолютно новая машина. Стоит 36 900 евро. 120 киловатт мощности. 53 киловатта батарейка. Пробег 0. Выпуск апрель 22 года. Это кроссовер. В принципе, за свои деньги, в хорошей комплектации, там панорама, кожа, все у нее на месте. По-моему, 18-е колеса стоят. Да, 18-е. Вот такой вот чудо электроавтомобиль из Китая. И их есть много разных цветов. Черные, белые, серые, вишневые, какие хотите. Вот так вот у него выглядит салон. Тут стоит целый ряд новых, абсолютно новых Kia. Тоже есть возможность покупать их по хорошим ценам. Если кому-то надо. Совсем новые автомобили, в наличии они есть. Могу тоже, в принципе, организовать покупку, отправку и так далее. Так, для тех, кому нужна машина побюджетнее, но проходная. Ford Focus. По-моему, это 2018 год, если я не ошибаюсь. Сейчас мы посмотрим ценник. Хэтчбэк. Серый металлик. В общем, он по повторителям оранжевым, я так понимаю, американец. Значит, у него характеристики следующие. Второй месяц 2018 года. Автомат, коробка, мотор 1.5, бензин 134 киловатта мощности. Пробега 101 тысяча. И стоит он 13 500. С виду абсолютно ровный, без каких-либо видимых повреждений. Но надо смотреть, потому что американские машины часто с аукционов, часто были ударены и восстановлены. За счет этого такая цена. Дальше. BMW трешка тоже недавно пришла. Ценника пока на нее нет. Но, возможно, я в следующих видео покажу. Вот. И мы недавно такую же отправляли, универсал дизельную. Возможно, видео тоже скоро сделаю. И посмотрите. Дальше. Ну, это, наверное, не проходная BMW, но я вам ее покажу. X6. 2014 год. Пробег 128 тысяч. Дизель, автомат. И цена 25 999. Со светлым салоном. Toyota CHR. Не вижу какого года. Сейчас подойдем, посмотрим ценник. Да, это тоже проходная машина 2018 года, первый месяц, 103 тысячи пробега, гибрид, а цена 21 950. В принципе, неплохая цена.
для такого автомобиля. Ценники чуть-чуть упали. Идем дальше. Тут есть, в принципе, еще несколько проходных автомобилей. Это, наверное, вряд ли проходная трешка, 8950. К сожалению, не написано какого года. Так, и вот этот Opel, наверное, свежий. Opel Astra. А нет, 16-й год. 16-го года, 166 тысяч пробега, 1.6 дизель. Цена 10 тысяч евро. Универсал. Вот такие вот есть автомобили. Volkswagen Caddy 2017 года. Не совсем он проходной, конечно, уже. Но раз уж я сюда дошел, покажу. Экспортная цена 12 тысяч евро. 17 год, второй месяц. Пробег 251. 2 литра дизель. Груза, пассажир. Renault Traffic. 1.6 дизель, грузовой, два штуки. А, 92 тысячи пробега, 17-й год, 12-й месяц, то есть еще проходной, 27 число, 27 декабря, и цена 14 990. Я так понимаю, они два одинаковых, и стоят они... А нет, этот дороже стоит. Этот 19-го года, 10-й месяц, 79 тысяч пробег. И цена его 18 300. Этот дороже. Шкода. Шкода тоже пока еще не оприходована, видимо. Ценника на нее нет. Ладно, сейчас пойдем туда дальше. И по дороге, если что-то увижу интересное, покажу. Вот этот вот Ford, гибридный C-Max. Цена его 12 800, 15 года, 146 тысяч пробег. Двухлитровый мотор, 105 киловатт, бензин, электричество. Машин тут на самом деле тьма. Все, наверное, даже сегодня не успею обойти, потому что быстро садится солнце. Opel Insignia. Вряд ли он, наверное, проходной. Ну, покажу, потому что свежий. Может быть, кому-то будет интересно. 16-го года он. А, нет, 13-го года. Извиняюсь. 13-го года. 12 месяц, 222 тысячи пробег и цена 11500 евро. Универсал, получается, двухлитровый дизель на механике. Infiniti Q70. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. А стоит она 14 290. Получается, 2015 год, 6 месяц, 179 тысяч пробег, автомат, естественно, 2.2 дизель. Ну, в общем, дизельный Infiniti, европейский вариант. Subaru. Это Legacy. Новый кузов. Америка. Но 100% проходной. Кожа. Кожа, автомат. Здоровая мультимедиа. Так, покажу, сколько стоит. 20-й год, первый месяц.
Цена 22 290, 2,5 бензин, автомат, полный привод, естественно. Это Subaru. BMW трешка 320. Сейчас не вижу, бензин или дизель. Сейчас подойдем, посмотрим ценник. Значит, 2014 год, 2 литра дизель, 120 киловатт, автомат, коробка, цена 13 800. Скорее всего, это европейская машина на европейский рынок. Audi A6. Не вижу, сколько стоит. Сейчас подойдем, посмотрим. 17-й год, первый месяц, уже не проходная. Двухлитровый бензин, 185 киловатт, автомат, полный привод. Цена 26 900. Но в принципе у меня есть возможность такие машины, которые уже не совсем проходные, растамаживать в странах СНГ. Если кому-то надо, пишите, звоните. Opel Astra и Skoda Octavia, скорее всего, проходные. Opel Astra, 18-й год, 5-й месяц, 40 тысяч километров пробег, литровый мотор, 77 киловатт мощность, бензин, автомат. Цена у него 14 500. Это хэтчбэк. И Skoda Octavia, универсал, наверное, тоже год 2017, получается, 8-й месяц, нет, 1.6, дизель, механика, цена 10 900 евро. Оба темно-синего цвета. Skoda Superb. Скорее всего, проходной. Сейчас подойдем, посмотрим. Нет, не проходной. 2016 год, первый месяц, 208 пробег, двухлитровый бензин, автомат. Цена 22 900. Range Rover Sport. Ценник там есть, но его, наверное, плохо будет видно. 2015 год, 7-й месяц, 142 тысячи пробег, 4.4, дизель. Цена 40 990. Вот такой вот Range Rover. BMW X3, 2 литра дизель, черный цвет, светлый салон, автомат. Вот так это все выглядит. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Стоит он 20 299, ну, 20 300. Двухлитровый дизель, автомат, пробег 143 тысячи, 15-й год, 11-й месяц. Ну и, в общем-то, все, полный привод. Ценник чуть запотел. Тут рядышком стоят две Теслы. Вот на этой вот есть ценник, а на этой, по-моему, нет. Или уже продали, или еще не успели написать. Так, это Model S 13-го года, пробег 66
тысяч километров и цена 32 тысячи евро. Ну, Тесла, Тесла и Тесла. Тесла за 32 тысячи. Дальше. Форд. Это Форд Эдж. Черный. Значит, скорее всего, проходной. Они все свежие. Да, это 2019 год. Цена 25 500. Двухлитровый бензин. Пробег 46 тысяч. 2019 год, первый месяц. Вот такой вот Ford. Hyundai Santa Fe в количестве двух экземпляров. Но это совсем новый. Скорее всего, это не очень проходной. Значит, да, 2021 год, 9 месяц. Пробег 6660. Дизель 2.2, 148 кВт. Автомат. И цена 47 790. Панорама. Черная кожа. Комплектация хорошая. И второй, наверное, такой же. Сейчас посмотрим, сколько стоит. А, этот уже продан. Этот уже не продается. Toyota Prius. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Стоит он недорого. Всего-навсего 30 500. 2021 год, первый месяц. И пробег 650 километров. Новая машина. 30 500. Кому надо, обращайтесь. Отправка по всему миру. Как по суше, так и по морю. Могу отправить в любой порт. Дальше. Интересный Lexus есть. Это ES300 гибрид 2019 года. Точно проходной. Пробег у него 50 тысяч километров. И цена 44 тысячи евро. F-Sport. В принципе, для такого автомобиля предложение, я думаю, что интересное. 44 тысячи, 2019 год, пробег 50. И максимальная комплектация. Дальше стоит BMW X2. Тоже, скорее всего, свежий, тоже, скорее всего, проходной, возможно, даже совсем свежий. Сейчас посмотрим ценник. Бензиновый. Так. Двадцатый год, 2200 километров пробег, 1.5, ну это твин турбо, да, написано 2.8, но это у них у всех бензиновый, 162 киловатта, 32 тысячи евро. Это очень хорошее предложение за 20-й год, 32 тысячи евро. Таких цен нет. 16-й год, 5-й месяц, 535-я, дизель, 230 киловатт, пробег 90 тысяч километров и цена 23 тысячи евро. Надеюсь, видно, потому что стекло запотело. Вот такая вот BMW. Nissan Leaf, наверное, старенький.
Да, 14-й год, 150 тысяч, пробег 9500, 80 киловатт батарея. Jaguar, это XF, а, XJ, 13-го года, 108 тысяч пробег, 16600 евро, 3-литровый бензин. BMW X5, к сожалению, без ценника. А, нет, ценник есть. Ценник сейчас покажу. Европейская машина, немецкая плакетка. Значит, 16-й год. 2-литровый бензин электричество, 230 киловатт, цена 29 тысяч евро. Volvo, это Volvo старенькая, 11-го года. Lexus, к сожалению, без ценника. Вот, что еще показать? Вот такой вот есть интересный автомобиль, Mustang, 5-литровый. Я на нем недавно ездил на механике. Рикаровские сиденья. Очень веселая, интересная машина. Тоже он продается. Ценника на нем нет, но я знаю точно, что продается. Выхлоп у него стоит тюнинговый. По-моему, он прошитый. Едет он прям не так, как стандартный. Цену сейчас на экране напишу. Не помню, сколько он стоит. Тоже продается. В хорошем состоянии машина. Такая для любителя, для ценителя. Очень интересный вариант. Если бы у меня не было столько своих машин, я бы себе купил бы обязательно в коллекцию. Идем дальше. Insignia. Это, наверное, посвежее. Но не проходная, скорее всего. 2016 год. Автомат, 2-литровый, дизель, 125 киловатт, 120 тысяч пробег, 12200. Audi A7, скорее всего, это тоже не проходная, но просто она симпатичная на вид, белая, с хорошим мотором. Тоже Америка, 3-литровый бензин турбо, 3. И сейчас мы посмотрим, сколько она стоит. Стоит она 23 600, 15-й год, 141 тысячу пробег, 3-литровый, 228 киловатт. Люк есть. И светлый интерьер. Вот такой вот есть еще интересный вариант. Коммерческая техника. Это Peugeot с кузовом. Вот так он выглядит. Редкая машина, я таких не видел на дороге. Peugeot. Эксперт, 2019 год, проходная машина, 2-литровый дизель, 110 киловатт, и цена 23 тысячи евро. Пробег, обратите внимание, 9200. В принципе, состояние нового автомобиля. Volvo XC60, точно не проходной. Но год более-менее свежий. Поэтому в обзор он к нам попадает. Сейчас посмотрим характеристики и его цену. Конец 2015 года. Механика 2 литра дизель, 100 киловатт.
183 тысячи пробег и цена 16 900. На этих автомобилях ценников нет, но я, возможно, потом уточню, сколько они стоят, и, может быть, в следующих видео покажу. Такой Range Rover есть белый, тоже без ценника. Ну и тут еще целый ряд машин разных. Все в основном свежее, все в основном проходное. На этом я буду заканчивать этот обзор. Спасибо, что вы смотрели от начала и до конца. Поставили лайки, написали какой-либо комментарий. Вот. Ну и, соответственно, если вам какая-то машина из обзора понравилась, вы можете мне написать, позвонить на любой из мессенджеров. Telegram, WhatsApp, Viber. И я вам дам более подробную информацию о том, как купить машину, как ее привезти, как ее растаможить. Ну и, в общем, все-все-все моменты, которые вас интересуют. Машин на самом деле много. Показал я не все, к сожалению, потому что видео тогда будет очень длинное. Вот. Но в следующих обязательно видео буду показывать, какие машины появляются новые, на какие цены, может быть, упали. Вот. И самое главное, если интересуетесь автомобильным рынком Европы, обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы ваш телефон присылал вам уведомления, когда у меня новое видео выходит. Вот. Тут вот такая вот красота, Mercedes. Mercedes, кстати, хороший, не крашеный, не битый, реально в живом состоянии. Возможно, я сделаю на него отдельный обзор по продаже. И, в общем-то, может быть, кому-то посчастливится его забрать. Все, всем спасибо, всем удачи, на связи, увидимся в новом видео.